саженцы розы плетистый павлиний глаз полностью оправдывают свое название. Этот удивительный сорт, подобно хамелеону, меняет свой цвет, и, подобно павлину, переливается разными красками от клубнично-малинового до ярко-желтого. На одном кусте вы не найдете двух одинаковых цветов. Большие гофрированные двусторонне окрашенные лепестки собираются по от 40 до 50 штук в эффектный махровый цветок. Крупномеры хорошо разрастаются и отлично переносят суровые зимы. Характеристика сорта Пикакай. Высота – 200-250 см. Размер цветка – 7-8 см. Окрас цветка – желто-красно-розовый. Роза плетистая павлиний глаз – это кустарники высотой от 120 до 300 см. Аромат у цветов средний. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 7 до 8 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.